Всем привет! Вы на канале FordMag, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим RYTP от Пенька ТВ «Внутренний мир Стивена». Если честно, с самим мультсериалом «Стивен Юниверс» я не особо знаком. Вот после Gravity Falls и «Время приключений» как-то не затянуло смотреть что-нибудь, кроме Infinity Train, офигенный пилотный эпизод. Если вы его еще не видели, обязательно зацените. Давайте уже заценим данный RYTP. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Подруги по несчастью. Мы разделим пополам. Сарай. У каждой будет свое пространство. Дырявый потолок, гнездо. League of Legends. Мне нравится твой Блейзер. Алгоритм, Стивен Шварц. Нет, никогда. Тебе же достанется лучшее. Шлуха. Проблема не в этом. А в чем же... Блядис. В ней. Я собиралась на землю, и мне нужен был инкубатор. Я сорвала свою... Сава! Я помогла разбить землю. Даже накричала на желтый самос. Теперь я важная личность. Важная бунтарская личность. Нет. Сколько я показываю пальцев? А может тут повеситься? Все решено, я ухожу посредством суицида. О, нет. Это все... Просто постная хуйня. Сиськи. Сейчас-то все не так. Хардбэс. Вот, это передон. Я не ловлю кайф! Вот, смотри, вы с блядей. Куда девались трусы? Стиль? Отсутствие сосков, это тоже твой стиль. О, это мой стиль. Твой стиль, говно, Стивен. О, ты, нет, мой стиль. Это мой стиль, ты не слышишь. Стив Джобс оформил обложку. Баумер. Айфошку. А я сослала мандавошку. А я на вошку. Я хочу, чтобы ты исчезла. Хорошо. Чё за тыква? Дай мне боль. Чё за нафиг? Памкин. Что за фигня происходит? Стивен, у меня тренировка по теннису, а потом мама ведет нас из гунет спецов. Но завтра день, когда Стивен сорвет и теперь у нас каникулы. Какие? Я не к чему. Как ты сказала? Кабар. Я не был в школе. В школе мы учимся, трахаемся, там стоят. Трапы. Ах, тот самый выпуск. Из чего же мы начнем нашу колу? Я... Это все пони. Учить тебя? Дома полно кольцев. Мы нашли бесцветное зеркало в домик черномиков. Оно зона. Оно запоминает тебя. И показывает... На ютубе? Оно сможет дать тебе... Оно сумигало. Наверное, я страшен. Посмотрите внимательно на эту рожу. Что она может дать миру? Зачем она существует? Это просто отражение внутреннего мига. Это проза. Писатель. Так, так, не очерняйте поэзию. Да и вообще литературу. Блять. О, ну... Давай. 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 Я знаю, что... Хорошо, Стивен, можно пора? Конец уродам! Бля, сука, я тебя урою. Я просто обожаю интернет! Из города приедет столько дифтерин. Дифтерины? Уехали без трендов. Веса. Телефончики, а может не запишу. Тебе не даст Ларс. Преследующий в... Встречи я буду под руку с ручонкой. Может уже хватит? Мальчик, вставайте, что ты делаешь? Шияешь? Я хуй его знаю. Я же мэм, я сижу по жопе, мне пора навесить. А почему вы едете по тротуару? Общественное движение стоп-хан. Мне плевать на всех. Иди домой тогда, я защищу свои трусы. Слушай, я с тебя за собой посмотри. Мне иди домой, блядь. Бедный Стивен. Попиши, научись сперва. И тыкву еще. Блядь, я охуел, не знаю, но он охуел. Блядь, не знаю, но блядь, дай мне свой, блядь. Ну что ж, ребят, данный RYTP мне очень понравился, и как обычно, блин, Пенёк ТВ, у тебя всегда офигенные пупы. Так что вы огромный респект и лайк, это было офигительно. Вот только я не понял прикола с тыквой. Кто это, что это за персонаж такой, с какого он мультфильма, и откуда он? Возможно, это персонаж самого Пенька ТВ,
Не знаю, напишите в комментариях. Но думаю, что заценю еще пубы от Пенька ТВ, а у него их немало. А на этом, ребята, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте видео к следующим выпускам. Всем удачи и всем пока!